Привет всем! И сегодняшнее занятие будет для тазобедренных суставов и мышц, окружающих тазобедренные суставы. Уровень больше для продолжающих, с более сложными переходами, более сложными асанами. И если это занятие покажется чересчур, то проверьте предыдущее занятие, также для тазобедренных суставов, но более базовое, с более простыми асанами. Ну, также на раскрытие тазобедренных суставов. Ссылочку оставлю в описании. И давайте начинать. И начнем мы сидя, ножки скрещены, ручки на коленочках, спинка прямая, глазки закрыты. Вытягиваемся за макушечкой наверх, расправляем плечи, чувствуем седалищные косточки и ягодицы на полу. Сжимаем их мысленно еще больше в пол. И затем от них начинаем вырастать наверх через макушку. Плечики мягко оттягиваем от себя вниз. И делаем пару глубоких вдохов-выдохов. Ощущаем это движение воздуха внутрь. И затем движение воздуха наружу. И затем открываем глазки, кладем правую ножку назад ступней и начинаем раскручивать себя по кругу. Буквально пару раз в одну сторону, чувствуя ощущения в тазобедренных суставах. Начинаем их разогревать. Затем меняем направление и те же самые круги. В обратную сторону. Возвращаемся в серединку. Выталкиваем грудку вперед, вдыхаем. С выдохом поворачиваемся вправо. Не отваливаясь назад, не округляя спинку, раскрываем правое плечико наружу. Вдох через серединку, выдох. В левую сторону, правая ягодица остается на полу. Опять через серединку вправо. Ощущаем правый тазобедренный сустав. И через серединку влево, в этот раз отрываем правую ягодицу от пола и скручиваемся вместе с тазом. Опять ощущаем, что происходит в правом тазобедренном суставе. Возвращаемся в серединку и поднимаем бедро от пола, бедро и колено. На вдохе колено вверх, с выдохом опускаем его в пол. Опять на вдохе колено вверх, с выдохом опускаем его в пол. При этом корпус не округляем, не скругляемся, не поворачиваемся к колену. Сидим ровно вертикально. Ножка работает только в тазобедренном суставе, раскрываясь и закрываясь. Затем оставляем колено наверху, правую ручку уводим с внутренней стороны и выталкиваем колено рукой наружу. Плечики при этом разворачиваем от колена, в левую сторону поворачиваемся. Чувствуем это вытяжение правой внутренней поверхности бедра. И затем выпрямляем правую ножку вправо. Оставляем левую ручку на полу и на вдохе выталкиваем таз и живот и бедра вперед. С выдохом садимся и поворачиваемся к правой ножке, опускаемся в складочку. Пальчики правой ноги смотрят наверх, можно зацепиться за ступню, можно зацепиться за лодыжку, вытянуть позвоночник и затем с этим прямым позвоночником пошагать вперед. Шагаем вперед, в серединку, опять выталкиваем животик вниз, а грудку вперед. Длинный позвоночник, продолжаем глубоко дышать. Опять чувствуем ягодицы и седалищные косточки на полу, не перекатываемся вперед. И затем шагаем в левую сторону, кладем животик на левое бедро. Правую ягодицу продолжаем давить в пол и правую ножку не разворачиваем внутрь, пальцы остаются смотреть вверх в потолок. Садимся наверх, ставим левую ручку за собой и снова на вдохе выталкиваем таз, бедра и живот вперед и наверх прогибаемся.
с выдохом садимся и меняем ножки. Сгибаем левую назад, 90 градусов бедро и голень, выпрямляемся и точно так же начинаем по кругу раскручивать корпус. В этот раз больше обращаем внимание на левый тазобедренный сустав. И с каждым кругом вжимаем левую ягодицу в пол больше. Затем разворачиваемся в другую сторону. Раскручиваемся в другую сторону. Уходим в серединку, поворачиваемся в правую сторону, левую ягодицу выталкиваем больше в пол, раскрываем правое плечико направо, вдыхаем. И с выдохом поворачиваемся в левую сторону, позвоночник длинный, левое плечико открывается в левую сторону. Опять через серединку вправо, отрываем теперь левую ягодицу от пола, скручиваемся вместе с тазом. И выворачиваемся в левую сторону. Опять обе ягодицы сидят на полу. Возвращаемся ручки за собой. И начинаем открывать левое бедро наверх и опускаем его вниз. Опять следим за тем, чтобы спинка не округлялась и плечи не поворачивались к ноге. И изолируем движение только в тазобедренном суставе. Вдох наверх медленно, выдох расслабить, опустить. Вдох, поднять, почувствовать, где идет растяжение, что напрягается, и на выдохе расслабить. Вдох, поднимаем, и затем левую ручку с внутренней стороны и локтем или плечом выталкиваем колено наружу, стараясь отвернуть плечики чуть больше от ноги. Опять почувствуйте растяжение внутренней поверхности. И выпрямляем ножку влево, ставим правую ручку за собой. На вдохе выталкиваем таз и бедра вперед, встаем на правое колено, голень на полу. С выдохом садимся обратно, поворачиваемся к левой ноге, разворачиваем живот, чтобы он смотрел ровно на левое бедро. Пальцы смотрят наверх и выталкиваем грудь вперед к пальцам ног. Длинный-длинный позвоночник, плечи расслаблены, оттягиваем их от ушей. И затем шагаем ручками вперед, в серединку. Можем остаться на руках, можем опуститься на предплечье, можем опуститься полностью, но не округляемся, удлиняемся. Толкаем живот вниз, а грудь вперед и наверх. Шагаем ручками вправо, живот на правое бедро теперь. Левые ягодицы не отрываются от пола. И возвращаемся в серединку, снова ставим ручку за собой, выталкиваем таз и бедра вперед, вытягиваемся за рукой над головой и садимся. Садимся, соединяем ступни вместе, захватываемся ручками за ступни, вытягиваемся за макушкой вверх и полетели этой бабочкой. Чуть-чуть расслабили тазобедренные суставы, связки, и затем локтями выталкиваем колени наружу и стараемся протолкнуть корпус вперед. Как бы, либо, если есть возможность опуститься полностью вниз, опускаемся полностью вниз. Если нет, то опять стараемся больше удлиниться, чем округлиться вниз к полу. Затем садимся вертикально вверх и сильно за счет мышц выталкиваем колени наружу. Активно сейчас, не пассивно локтями толкая, а активно. И затем переходим в собаку мордой вниз. Сгибаем поочередно одну ножку
Затем вторую, чувствуя вытяжение задней поверхности бедра. Ставим ножки на ширину коврика, сгибаем коленочки и вталкиваем животик вверх бедер. Хорошо растягивая плечики, грудку. Вытягивая за копчиком наверх и следя за тем, чтобы позвоночник был прямой. Затем шагаем ручками в сторону ступней и садимся вниз в маласану. Ручки между колен, локтями выталкиваем колени наружу и удлиняемся. За копчиком тянемся вниз, за макушечкой тянемся вверх, раскрываем, разворачиваем плечики, чтобы раскрыть грудь, чтобы почувствовать это раскрытие. И затем возвращаемся обратно в собаку мордой вниз, ножки на ширину таза. Ручками выталкиваем пол от себя, на вдохе поднимаем правую ножку вверх, сгибаем колено и раскрываем таз. Затем уводим колено в сторону, к боку, и затем снова выпрямляем ножку, поднимаем ее наверх, назад уводим, сгибая колено, затем уводим бедро в сторону, к правому боку, вниз и назад прямой. Как бы такие круговые движения бедром, но медленно и контролируемо. Мы ощущаем, что происходит с тазом и с тазобедренным суставом, как таз открывается и как затем мы возвращаем его в нормальное положение. Плечи при этом не выворачиваем. И затем с выдохом подтягиваем колено к боку, переходим в планку и ставим правую ножку на правый краешек коврика в низкий глубокий выпад. Левая ножка напряжена, под коленку выталкиваем наверх, за пяточкой тянемся назад. И давайте выпрямлять и изгибать переднюю ножку с дыханием. На выдохе ножку выпрямляем, со вдохом уходим в выпад. Выдох, выпрямляем, левую пяточку давим в пол, вдох, выпад, удлинили позвоночник, удлинили спинку, и когда ножку выпрямляем, стараемся сохранить эту длину, опять уходим в выпад, а затем разворачиваем правую ступню наружу, левую ступню кладем на внешний край и поворачиваемся в такую вариацию боковой планки. Опускаем бедра вниз к полу, но не касаемся пола. И за ручкой, за правой вытягиваемся назад к левой пяточке. Выталкиваем пол левой рукой, не проседаем в груди, не проваливаемся. Затем на вдохе выталкиваем бедра наверх, уходим вверх. И выдох, возвращаемся вниз, бедрышки опускаем вниз. Вдох, бедра наверх, выдох, опустили их вниз. Еще разик. На вдохе толкаем бедра наверх, правой ступней выталкиваем пол, выдох, за пальцами правой руки тянемся к пяточке. Ставим ручки на пол, шагаем в собаку мордой вниз, поднимаем правую ножку, сгибаем колено и пяточку вешаем в сторону ягодицы, раскрывая таз в правую сторону. Возвращаем ножку на пол. И повторяем то же самое на левую сторону, но сначала подходим ручками к ступням, опускаемся в складочку, обнимаем локоточки, можно присогнуть чуть-чуть коленочки и полностью расслабиться здесь, почувствовать вес своего тела, как гравитация тянет нас вниз. И затем шагаем снова в собаку мордой вниз. И теперь поднимаем левую ножку наверх, сгибаем ее колени, раскрываем таз, левый тазобедренный сустав над правым, затем согнутую ножку уводим коленом в бок, к своему боку и назад выпрямляем. Опять раскрыли таз, увели колено и бедро параллельно полу, когда уводим в сторону. И продолжаем эти круговые движения, медленно ощущая движение в тазобедренном суставе. Раскрыть, увести в сторону. Можно те же самые круги делать прямой ногой, не сгибая колено.
Но стараемся держать плечики ровно. И затем переходим в планочку, колено подтягиваем к левому плечу. И уходим в низкий глубокий выпад, правая нога напряжена, под коленку выталкиваем вверх, грудину выталкиваем вперед. За правой пяточкой тянемся назад, за левым коленом вперед растягиваем эту линию. И начинаем выпрямлять ножку, вдох, выпад. С выдохом выпрямили левую ножку, насколько позволяет нам растяжка, вдох. Выпад, вытянуться, выдох, выпрямить левую ножку, правую пятку потянуть к полу, вдох, опять уйти, выпад, правая нога все еще напряжена, выдох, выпрямляем ногу, таз остается смотреть ровно вперед, не открываем таз, когда выпрямляем ножку. Уходим обратно в выпад, поворачиваем левую ступню наружу, правую ступню кладем на внешний край и опять уходим в эту вариацию боковой планки. Теперь за левыми пальчиками тянемся к правой пятке. Выталкиваем пол правой рукой. Чувствуем вытяжение левой ягодицы и на вдохе выталкиваем таз наверх. С выдохом опускаемся обратно к полу, за пальцами вытягиваемся к пяточке. Вдох, растянуть левый бок, выдох, опуститься вниз. Еще разик, вдох, вытягиваемся. И выдох, опускаемся. На вдохе вытягиваемся наверх и затем ставим ручки на пол. Возвращаемся в собаку мордой вниз, левая ножка наверху. Пяточку вешаем на ягодицу, раскрываем таз. А плечи не раскрываем. Возвращаем ножку на пол. Смотрим вперед и шагаем ножками вперед к переднему краешку коврика. Опять расслабляемся и поднимаемся наверх. Вдох, ручки вверх вытянулись. Выдох, ручки вдоль тела. Ножки на ширине таза. Чувствуем свою ступню. Чувствуем, как она раскрывается, встречая пол. И затем на вдохе поднимаем ручки вверх. С выдохом складываемся вперед в складочку. Ставим руки на голень, на вдохе поднимаем плечи. Удлиняемся. И с выдохом шагаем назад планку. Опускаемся вниз, чатуранга или аштанга намаскар. Вдох, собака мордой вверх или кобра. И выдох, собака мордой вниз. Поднимаем левую ножку наверх, вдох. С выдохом шагаем между рук и уходим во второго воина. Разворачиваем правое, левое бедро наружу. Так, следим за тем, чтобы колено смотрело ровно вперед. На вдохе выпрямляем ножку, выпрямляем ручки вверх. Выдох, возвращаемся во второго воина. Вдох, выпрямить ножку, повернуть, раскрыть больше таз. И на выдохе, удерживая это раскрытие, опуститься во второго воина. И отсюда давайте уйдем в позу треугольника. Оставляем ножки прямыми. И ставим левую ручку в пол, правую вытягиваем в потолок. Ноги остаются сильными, напрягаем правую ягодицу, раскрывая правое бедро. Левая ножка выдавливает пол. Колено левое до конца не выключаем. И следим за тем, чтобы бока были длинными. Ставим правую ручку на правое бедро и подшагиваем вперед, уходим в позу полумесяца. Раскрываем ручки, опять следим за тем, чтобы корпус был длинным. Представили, что кто-то вас тянет за ступню назад, а за подмышки вперед. Длинный-длинный корпус, правая нога активна, ягодица активна, и обе ножки раскручиваем наружу. При этом не переваливаемся на внешний край левой ступни. Медленно опускаем правую ножку, уходим обратно во второго воина. Проецируем левую седалищную кость ровно вниз, не даем
тазу наклониться вперед, не даем ягодице уйти наверх. Правая нога напряжена, толкнули правой ступней пол от себя, живот втянули в себя и руки сильные. Вдох, поднимаем ручки вверх и на выдохе уходим правый боковой выпад. Сгибаем правую ножку, бедро параллельно полу, корпус параллельно полу. Левая ступня на полу, пальцы на полу. И затем переходим на задний краешек коврика, уходим в собаку мордой вниз, поднимаем правую ножку вверх. Вдох, с выдохом шагаем этой правой ножкой между рук, повторяем то же самое. Уходим во второго воина, колено смотрит ровно вверх, живот в себя, руки сильные, растягиваем себя в разные стороны. Вдох, выпрямляем ножку, вытягиваемся за руками наверх, выдох, возвращаемся во второго воина. Вдох, выпрямить ножку, подкрутить бедро наружу, и выдох, сохраняя это, сгибаем правую ногу, вдох, вверх, выдох, второй воин, вдох, наверх, и раскрываем ручки в стороны, уходим в позу треугольника, за правой ручкой вытягиваемся вперед, опускаем ее либо на голень, либо на пол, но опять следим за тем, чтобы сейчас правые ребра не подходили ближе к тазу. Стараемся сохранить эту длину правого бока. Плечи расслаблены, ручки растягиваются в разные стороны. Ягодица левая напряжена. Ставим левую ручку на бедро и уходим в позу опять полумесяца. Левый тазобедренный сустав над правым. Нога левая напряжена, правое бедро раскручиваем наружу. Длинный корпус. Представили, что толкаем левой ступней пол от себя, пол, стену от себя. И возвращаемся во второго воина. Опять правое бедро раскручиваем наружу. Левой ступней выталкиваем пол назад от себя. Поясница длинная, широкая, животик втягиваем в себя, на вдохе вытягиваем ручки наверх и выдох, уходим в левый боковой выпад. Опять бедро и корпус параллельно полу, ягодицы не заваливаем на левую пятку. Чувствуем вытяжение внутренней поверхности правого бедра, переходим ручками на передний краешек коврика, вдох, собака мордой вниз. Уходим в планочку, опускаемся через виньясу, уходим обратно в собаку мордой вниз. Смотрим вперед, шагаем или допрыгиваем вперед до рук. Поднимаемся наверх. И теперь сделаем несколько балансов. Переносим вес на левую ступню, руки на бедрах. Поднимаем правую ножку, не поднимая при этом бедро наверх. И раскрываем ногу. Без помощи рук раскрываем колено наружу, не поворачивая таз направо. И затем закрываем бедро внутрь, не поворачивая таз налево. То есть не скручиваемся на опорной ноге. Только правая ножка в тазобедренном суставе работает. Затем раскрываем ножку опять наружу, подтягиваем пяточку к ягодице как можно ближе и ставим правую ступню на левую ножку, куда она приземлится. Медленно вытягиваемся через ручки наверх. Удлиняемся, удлиняемся, удлиняемся в сторону неба. Затем складываем руки перед грудью, вжимаем одну ладонь в другую. Точно так же с ногами. Вжимаем правую ступню в левое бедро и левое бедро в правую ступню. Затем ножку кладем лодыжкой на левое бедро, разгибаем опорную ножку и опускаемся вниз. Либо до параллели с полом, либо можем полностью опуститься вниз в складочку. Это следующий уровень. Либо можем опуститься полностью вниз.
сесть ягодицами на левую пяточку и попытаться найти здесь баланс. Либо, если балансы на руках у вас в практике, если вы их практикуете, то можем попробовать баланс. Поставили ручки на пол, зацепились голенью за верх рук, то есть поставили голень на трицепсы как можно выше к подмышкам. И выталкивая трицепсы голенью, оторвали левую ножку от пола, либо согнутую, либо прямую. Затем возвращаемся обратно и правую ножку вокруг левой обворачиваем, правую ручку под левой и уходим в позу орла. Живот втягиваем в себя, вытягиваемся за макушкой и за руками наверх, делаем глубокий вдох, медленный выдох и возвращаемся на две ножки на передний краешек коврика, чтобы повторить все то же самое на другую сторону. Ручки на бедрах, поднимаем левое бедро параллельно полу, нога согнута, и раскрываем колено наружу и затем внутрь. Опять руками следим, проверяем, чтобы таз не поворачивался, руки на подвздошных костях. Мы стараемся удержать таз, чтобы он смотрел ровно вперед. Еще разик, раскрываем бедро наружу. Подтягиваем пяточку как можно ближе к ягодице и ставим ступню на внутреннюю поверхность правого бедра. Поза дерева. Вытягиваемся за ручками наверх. Чувствуем ступню и чувствуем, как от правой ступни энергия поднимается через ногу, через бедро, через ягодицу, через весь корпус, наверх, через пальчики. Продолжаем раскрывать левое бедро наружу, правую часть таза наружу. И затем кладем левую лодыжку на правое бедро. Опускаемся вперед. Корпус опять длинный. Остаемся либо здесь, либо опускаемся полностью в складочку вниз. Следим, чтобы левая лодыжка не на колене была, она не давила в коленный сустав. Либо опускаемся полностью вниз, сажаем ягодицы на правую пяточку и остаемся здесь, пытаясь поймать баланс. Либо опять пробуем баланс на руках, когда мы обнимаем наши трицепсы голенью, пальчики ноги зацепляем за правую руку. Плечи поднимаем наверх, опять переводим вес вперед и отрываем правую ножку от пола, а затем можно ее выпрямить. Но голенью пытаемся вытолкнуть трицепсы вперед и вниз. И во всех балансах на руках смотрим мы вперед, а не вниз в пол. И уходим обратно, возвращаемся в позу дерева, левая нога над правой. Левая рука под правой. Опять вытягиваемся за пальчиками наверх. Делаем глубокий вдох. Медленный выдох. И снова вдох. Вырастаем обратно. Подступаем на передний краешек коврика. Складываемся в складочку. Обнимаем свои голени. Уходим в более глубокую складку. И затем отшагиваем назад, планка, вдох. На выдохе уходим через виньясу или сразу в собаку мордой вниз. И шагаем вперед, садимся. Выпрямляем левую ножку, правую сгибаем, ступня к внутренней поверхности левого бедра. Вытолкнули правое колено наружу. На вдохе вытянули за ручками вверх и с выдохом сложились вперед. Зацепились либо за ступню, либо ручки на пол и вытянули себя, как обычно, в любой складочке. Длинный позвоночник, грудь раскрыта, шея длинная, плечи от ушей оттягиваем. Не забываем дышать. Медленно, глубоко. Затем возвращаемся
назад, захватываем лодыжку, голень, как ребеночка, и начинаем раскачивать эту голень. Голень параллельно груди и параллельно полу. Не опускаем пятку вниз, подтягиваем ее к левому плечу больше. Левая нога напряжена, следим за этим. И корпус длинный, то есть позвоночник длинный. Отсюда пролезаем под правой правой голенью, правой рукой. И стараемся ножку подтянуть больше к плечу. Ставим ручки на пол с двух сторон от бедер. И выталкивая голенью опять правую руку, выталкиваем пол руками, поднимаем таз и левую ножку. Плечи расправляем, раскрываем, задерживаемся здесь на 3 счета. И медленно опускаемся вниз, захватываем правую ступню левой рукой и выпрямляем правую ножку настолько, насколько позволяет нам этого наша растяжка. Колено можно не до конца выпрямлять, но стараемся выпрямить спинку, вытолкнуть себя вперед, как бы пролезть перед ногой. Затем опускаем ножку, перекрещиваем ее с левой и скручиваемся в правую сторону. Обычный спинальный скрут. Правое плечико раскрываем, назад на правую руку не отваливаемся. Корпус длинный. Продолжаем глубоко дышать. Затем меняем сторону, то же самое, сгибаем левую ножку, раскрываем левое колено наружу, поднимаем ручки вверх, вдох. С выдохом, удлиняя себя, удлиняя корпус, удлиняя позвоночник, складываемся в складочку. И зацепляясь либо за ногу, либо за пол, начинаем выталкивать грудь больше вперед. Возвращаемся обратно. Опять захватываем голень двумя ручками и начинаем раскачивать ее из стороны в сторону. Правая ножка хорошо напряжена. Увеличиваем чуть-чуть движение, амплитуду. И затем левую ручку продеваем под ногой. Ножку закидываем как бы туда ближе к плечу, сгибаем ее в колени, ручки ставим с двух сторон от бедер, где-то на уровне середины бедра, чуть ближе к верху. И выталкивая пол двумя руками, толкая голень в левую руку, раскрывая плечи, поднимаем таз и правую ножку от пола. Задерживаемся 3, 2, 1, опускаемся вниз и захватываем правой рукой левую ступню. И опять выпрямляем ее настолько, насколько она может у нас выпрямиться. Левым плечиком пролезаем как бы вперед перед ногой и стараемся толкнуть эту ногу назад. Длинный корпус. Затем перекрещиваем левую ножку с правой и скручиваемся в левую сторону, обнимая левую ногу правой рукой. Следим за дыханием, возвращаемся к дыханию, если забыли о нем. И возвращаемся обратно. Медленно опускаем себя вниз на спинку, ножки на ширине коврика. И с выдохом заваливаем коленочки в одну сторону. На вдохе возвращаем их в серединку. С выдохом
в другую сторону. Мягко. Вдох вверх. На выдохе мягко в одну сторону. Со следующим выдохом мягко в другую сторону. Еще разик. Вдох наверх. С выдохом опускаем их вправо или влево. И можно положить лодыжку одной ноги на колено другой для более глубокого растяжения. Глазки закрываем и ощущаем вытяжение, где, в какой части ноги, в какой части корпуса. Есть ли напряжение в этой части? И расслабляемся. Повторяем то же самое на другую сторону. Коленочки уводим влево. И можно положить левую лодыжку, левую ступню на правое колено. Выдавить его в пол. Возвращаемся, обнимаем ножки двумя ручками и уходим в позу счастливого младенца. Захватываем ступни либо с внутренней, либо с внешней стороны и выталкиваем коленочки к полу. Можно с согнутыми ножками, можно попробовать ножки выпрямить пальчиками в пол. Опять-таки там, где вам комфортно. Можно повыпрямлять одну ножку, потом вторую поиграть. И затем потихонечку опускаем их, кладем их на краешки коврика, ручки вдоль тела, подворачиваем лопаточки под себя, раскрывая таким образом больше грудь. Делаем глубокий вдох, с выдохом закрываем глаза и расслабляем корпус, расслабляем тело, шавасана. Отдыхаем пару минут в шавасане, стараясь сконцентрироваться на ощущениях в теле после этой практики, как чувствуют себя тазобедренные суставы, ножки в принципе, ягодицы. Ощущаем свое медленное, глубокое дыхание. И с каждым выдохом расслабляемся еще глубже. Делаем еще один глубокий вдох и медленно начинаем возвращаться. Садимся, ножки скрещены, делаем глубокий вдох и выдыхаем все через рот. И спасибо вам большое за эту практику со мной.
Если вам понравилось это занятие, то я прошу вас поддержать меня лайком и, возможно, подписаться, если вы еще не подписаны. Все это поможет мне делиться йогой с как можно большим количеством людей. Спасибо и хорошего дня!